Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, мы играем Idol Mafia. Это сразу понятно, я думаю, по названию, что это игра, получается, экономически, что симулятор или так далее. Просто бабосы ты зарубаешь, делаешь свой бизнес, там Фредо, мы делаем, клик is continuous. Типа, когда заканчивается, мы кликаем, здесь видите, первое, если посмотреть по видео, мы что делаем? Speed. А, типа увеличим. Все, да. Ну, знаете, здесь по логике вещей здесь увеличивается с каждым разом. А здесь, например, нанимаем чуваков, которые типа тебе автоматически будут забирать бабос. Вот, когда заходишь, видите, автоматически. И типа, когда тебе $60 начинается, ты открываешь вторую аферу, бандитскую аферу, которая тебе также будет приносить бабосы. Так, жмешь, здесь выполняешь квесты, да, стандартные, все закрываешь. Здесь вот надо обязательно нажимать, видишь, 60. Только я здесь не понимаю, что здесь за афера. А, здесь афера с оружием. Здесь, получается, мы бар открыли. Да, получается, мы бар открыли. А нужно нанять 15 тысяч стоит, нифига себе. Так, чувак, мы 4-го, да? 60 автоматически. Можем увеличить. Может, вот так вот. 70. 120. А, 125. Ух ты. Фига себе. Можно, знаешь, как? Так, раз. Пока идет. По пятихатке. Вот. А мне надо 720. Вот, видишь, уже. Здесь 520 тысяч с лишним, нифига себе. Вот, забрать. В чем, кстати, смысл? Прикольно. Потому что, смотри, сейчас идет 1600, да, здесь я увеличу. 200. Столько. Хоп, 2700 забрал. Наверное. Или не 2700 забрал. Сейчас 2700 забрал. А сейчас 2700. Ладно. Хорошо, тогда ладно. Тогда я немного не прав. Обязательно тыкать. Здесь у нас, получается, уже открыли мы стриптиз-клуб, бар, а вот ганшоп. Так, в первый день мы забираем. Нет, не хочу. Просто забираем сламс. Так, все, 6 секунд. Здесь вот неудобно, 6 секунд это мало. 8000. Давай, кстати, купим опять бай, это который будет забирать у нас второго, да? Да, это у нас который забирает второй. Оба босики. 15 тысяч, о, нифига себе. Теперь мы опять. О, здесь уже, смотрите. Здесь у нас лаборатория. Простая лаборатория, да. Которая приносит. Здесь надо, кстати, чтобы нам по косарю зарабатывал. Можно спидран. Вот, видишь, спидран. Уже побольше. Это хорошая тема. Здесь тоже, кстати, спидран можно сделать. Ну, второй, вот, speedrun. Теперь у нас каждую там секунду прибавляется здесь по $26. Здесь, кстати, вот, здесь у нас 43. Так, теперь у нас выполнено что-то есть. Так, теперь нам, за 100 тысяч нужно, кстати, за 100 тысяч. Вот. 8 тысяч, о, 25 штук. 25 штук одна лаборатория дает тебе. А, 30 штук. 30, да. 30. Ха-ха. Ошибись. Так, здесь знаешь, что надо? Я что думаю? Так, давай-ка 38. 48. Вот так вот. Бам. Здесь, я думаю, увеличить нужно здесь. Вот. Еще до спидрана следующего. Прям под 100%. Чтобы нам прибавлялось по сколько? По 2000, чуть не каждую секунду. Ну, это, наверное, 50. Блин, это много. А, посмотреть? Нет, не хочу посмотреть. То есть нам, чтобы спидран прибавлял. 43? 43. Соточка. Так, и здесь можно этого чувака нанять. Все. Теперь у нас... А теперь у нас вот этот, да, чувак забирает. Теперь нужно спидран сделать здесь.
блин, видишь, не хватает все равно. Не хватает и все тут. Ладно, давай лабораторию сейчас возьмем 43. Вот, каждую секунду, каждые 3 секунды по 14 штук прибавляют. Все. А здесь у нас, вот, видишь, сколько? Здесь мало. Ладно, стотку. Открываем. Теперь why is done double out is it? Буст. Хорошо, давай. Ух ты, 4 часа. Буст будет двойной, что ли? Он тебе бесплатный сейчас его? Ну-ка, посмотрим. Ух ты, 300 с лишним тысяч. А, мы сейчас применили, да, сюда? Так, здесь что у нас? Buy. Бизнес. Бизнес, короче, еще. А, вот, смотри, бизнес это типа 2.0, что ли? Уху! Мы увеличили? Слушай, а если мы вот, например... Нет, 10. Если мы, например, бизнес... то мы что-то сейчас увеличим. А, вот это что-то мы сделали, а что-то я не пойму, что мы сделали. Ладно. А, еще соточка, конечно, 300 с лишним тысяч. Так, нам нужно лям 220. Сотка. 600. Вот так оставим. x10. В смысле x10? А, этот x10, это типа... Сразу по 10 улучшать, x100 максимально, короче. Один раз лучше по максималке улучшать. Так, ну давай, лям. 7. Давай, x7, что сделать? А здесь x3, да? Нифига себе, x8, 2. Так, все, он мы увеличили. Слушай, а есть еще буст? Буст лям 200. Здесь все автоматически, да? Здесь x4, кстати, надо x4 посмотреть, чтобы это вот спид, вот лучше увеличить. Один раз увеличиваешь, оля, нифига себе, сколько там прибавилось мне. Так, здесь 11, здесь 11. Здесь, конечно, 32. Ну, давай вот, вот. Вот, каждую секунду по 33. Вообще нормально. Вообще не знаю, сколько. О, видишь, как фигарит. Так, а здесь у нас x5 только. Но нам даже один буст не поможет. Здесь у нас лям 800. Да, наверное. Вот увеличим, сколько здесь? Раз. Два. Пока сейчас идет у нас. Пока будет у нас 3 ляма, да? 4. 5 лямов уже сейчас заходит. Снукс, давай-ка. Сейчас 6, наверное, будет, да? Посмотрим. Успею я еще? Успею. Как раз еще один. Получится 6 лямов. 6 лямов. Изи. Так, теперь бас. 1 лям. Что такое? Не знаю. Еще посмотрим. Ух ты. Один типа... А, один из бизнесов сделать x5. Ладно, не будем. 6 лямов, шопс. Так, у нас есть спид. У нас есть еще спид какие-нибудь? Нет. 10 лямов сейчас чувак будет у нас, который мы сейчас улучшим. Собирать будет. А что у нас собирать? У нас вот это будет собирать. Мне, в принципе, не нужен. Знаешь ли. Car Garage Profit X3.
10 лямов. X3 это у нас получается что? Да, посмотрим, что за X3. Что-то не написано было. Так, 28 здесь, да? Ага, здесь мы уже какой улучшили? Несколько раз уже точно улучшили. Так, осталось у нас на 14 лямов. Ну, сейчас вот этот зайдет. В принципе. Ну, давай-ка. О, сразу так, бас. Фига там, 6 минут, фри. Бесплатно спид. Бесплатно, это просто, типа, если ты посмотришь видосик. Ладно, это тоже хорошая тема. Не знаю, что за 10 лямов. У нас еще 3 бизнеса. 35. Наш спид. 200к просто. Чуть не каждую секунду. Самый главный профит, это вижу сколько, 14 лямов за 6 минут. Ну, не такой, кстати, жесткий профит. Если просто улучшаешь, тебе еще больше, пока здесь есть. Ну, а так на этом все, ребят. Если вам понравилось, конечно, то, пожалуйста, качайте. Оставлю ссылочку в описании. С вами был Швили, до новых встреч. Пока.